Детское телевидение – это чтоб дети снимались и выступая на сцене. Это когда дети снимаются на съемках. Чтобы все люди могли узнать, какие дети в студии занимаются. Хорошие или студенты, какие могут заниматься в... Какие студии хотят узнать, что в этой студии, какие студенты. Чтобы заниматься, зарабатывать деньги, заработать, чтобы перейти в другой класс. И заниматься хорошо в студии, не баловаться, хорошо себя вести. Дети создают программы новые про детей, студентов. И они все нового узнают. Чтоб все радовались, бабушки, дедушки, крестные. С помощью детского телевидения можно воспитывать. День детского телевидения – это чтобы мы все могли добро сказать. Это международный праздник, который детям, которые занимаются международным детским телевидением. Когда я вырасту, я хочу очень стать хорошей ведущей. Это мой тоже праздник, я скоро буду праздновать.